Так, ну что ж, друзья, всех приветствую. Вышло уже у нас авточес моба, то бишь Dota 2 на телефоны от неофициальных разработчиков. Ну что ж, как ее можно скачать? Во-первых, все очень просто. Заходите в Telegram по ссылке в описании, и там будет APK-файл. Сейчас можно скачать игру только через APK-файлы, и никак иначе. Потому что идет открытый бета-тест именно на азиатском сервере, насколько мы знаем. Вот, и если вы хотите все-таки поиграть, вы можете зарегистрировать аккаунт, поиграть, но у вас будет 300-250, где-то так, пинг, если вы живете не на Филиппинах, конечно же, вот. Ну что ж, давайте сделаем микрообзор, что у нас имеется, да, пока что графон простой, менюшка простая, играть сейчас не буду, сыграю в следующем видео, если вам, ну, зайдет вообще формат обзора авточес моба, да. Есть ранги у нас, подмастерье, мастерье там и так далее. Где их можно посмотреть, непонятно. Но где там можно было посмотреть? Вот, подмастерье 2, это все обучение, подмастерье 3, подмастерье 4, да-да-да-да-да. Потом проходим под мастерия, переходим на пешку. Тут всякие наградки даются за прохождение этих рангов. Вот герои открываются новые, я так понимаю, они будут бесплатными. Так, пешка. Ну, как в авточес, кто играл, да, то есть ранги, вплоть, я так понимаю, до короля, до ферзя. Вот, до ферзя, был ферзь еще, точно. Обучение можно пройти. Графика, опять же, сейчас очень сырая, игра только вышла, идет открытое бета-тестирование на некоторых, только в некоторых регионах. Поэтому графика максимально простая. Надеюсь, будет улучшаться. Есть у нас пока что, вот в начале на старте нам дается 4 героя. Вообще, насколько я читал, насколько я знаю, есть 21 герой только на данный момент в игре. Да, то есть воины, маги, воин, то есть два вида воинов, маг, ассасин, лучник, саппорт. Русский язык есть, кстати, в игре. Не полностью приведенный, экс-топора, да, то есть кривой перевод достаточно. Можем посчитать скиллы, то есть есть акс, топор быстро вращается, героя зовут Акс, и они переводят как топор, быстро вращает топор и наносит ддд чистого урона окружающим врагам, суммируется до 3 раз. Достаточно интересно. Описание кривое, но игра играется с геймплей, покажу вам. Да, опять же, в ближайшем будущем все это работает. Есть, можно и кушать деревья, я уже поиграл. Можно ставить варды на хайграунд, закупаться. Когда закупаешься, вам приносит их курьер, шмотки, да. Шмоток очень много, надо прочитать, углубиться. Гайд предметом не буду делать, сделаю обзор предметов, очевидно, да? Если вам, опять же, зайдет эта тематика. Если заходит такого типа формат, давайте наберем сотку лайков, и сразу же выходит геймплей. Геймплей от меня с обзором самой игры, как она играется. С пингом, конечно, но что поделать? Запишем, посмотрим. Некоторые скины, я так понимаю, уже есть, но недоступны. Вот. Кнопочки все можно почитать, скиллы все можно почитать. Опять же, кто хочет, заходите в Telegram по ссылке в описании, качаете APK-файл, читаете все, что вам интересно. Либо же, потихонечку, я думаю, я сделаю обзоры на предметы, на героев, именно обзоры. А потом, если уже будет интересно, если я разберусь, то сделаю, возможно, вам гайды. Вот. Поживем, посмотрим, увидим, поэтому скачивайте, голосуйте, проявляйте свою активность, подписывайтесь на лучший телеграм по авточес моба в СНГ. Правильно. Ну что ж, удачи всем, друзья. Всем приятной игры с пингом 300.